Всем привет! Завтра у мамы день рождения. Мы сейчас идем в фестиваль. Мы идем сейчас в фестиваль выбирать маме подарочек. Да? Да. А вы по фестивалю соскучились? Конечно. Мы не видели давно, сейчас пойдем посмотрим. Да. Здесь, помните, тоже мы сидели. Как-то, да? О, с Полиной Дерецовой, да. С Вовой. Отмечали там, да, что-то? Да. Я не помню, что-то мы отмечали там. Кажется, день рождения или Хэллоуин. Хэллоуин? Нет, Хэллоуин как-то не принято в Ангарске праздновать. А мы празднуем в школе. Там очень много было конфет. Да, интересно, да? Да, и очень много праздников у CLS. Это моя школа. Ну как вам, девчата, Ангарск? Нравится. А народу много, нет? Ну, не слишком. Машин много, да? Да. Вон машины одна за одной. А народу вон, смотри, тротуар, посмотри, пустой. Пусто. Пусто. Ну, одна женщина. Одна вот тетенька стоит с телефоном. Пока что я не знаю, что мы будем делать в фестивале. Смотрите дальше. Сейчас пойдем наряд выбирать. Это будет наш подарок маме, да? Да. Будешь считаться? Да, я же тебе сказала, не надо мне там небо в алмазах. Сейчас купили Веронике сережки. Зашли в игровой центр, в общем, не могут оторваться. Полина, давай, вставай сюда. Не могут оторваться, играют всей семьей. Так нечестно. Давайте, давайте, 10 секунд осталось. Побольше, побольше закидываем ему в рот. Все. Ну-ка, сколько тикетов? 14. Ничего себе. Ребята, всем привет. Мы сейчас идем домой. Купили маме подарок. Цветы. Ребята, всем привет. Сегодня у нашей мамы день рождения. 20 июля у нашей мамочки день рождения, да? У моей жены. А вашей мамы, да? Мама Катя. Мама Катя. Вот мы купили ей подарочек. Это пока секрет. Она у нас цветы наводит красоту. Что она там пошла? Куда? Педикюр, маникюр. В общем, перед днем рождения наводит красоту. Вот. А мы вот такой подарок купили. Посмотрите, какие цветы красивущие. В Инстаграм. Потом сфотаем маму нашу, да, с цветами? Да? Да. Вот, так, ну-ка подальше камеру сделай поровнее. Какие красивые. Вон, посмотрите, какие цветы. Мы выбирали живые вместе. Да. Даже вот живые. Вместе выбирали с Полиной, со мной и Вероникой. Вероника тоже понравилась, да? Все. Наша мамочка сейчас придет в салон красоты, мы ей как вручим подарок, скажем что-нибудь приятное, да? Угу. Заснимем, как она будет у нас удивляться, да? И нюхать цветы. И нюхать цветы будет. А потом вечером еще мы купим торт. А где были-то? Расскажите. Мы были на уроках. Скоро научимся как-нибудь вот так считать. Научимся быстро считать. А как называется? Пифагорка. Правильно? Пифагорка. Пока мы находимся в России, наши дети немного позанимаются, научатся быстро считать. Хотя система обучения вроде как была взята с Китая, ребята. Дорогая наша мамочка, поздравляем тебя с днем рождения. Хоть мы и будем праздновать завтра, но мы хотели поздравить тебя сегодня. Мы тебя очень сильно любим. Были все твои мечты. Я тоже люблю. Ты. Давай. Ну, смотри, спасибо, такой, я держу. Иди целый канал. Спасибо, мои хорошие. Спасибо, мои дорогие.
Какой красивый букет, какие длинные. Я тебя, с днем рождения, тебя, с днем рождения, с днем рождения, мама, с днем рождения тебя. Мам, поздравляем тебя с днем рождения. Давай, загадывай желание. Не забывай, чтобы оно сбылось. Раз, два, три. Вот такой мы тортик, ребята, взяли. Соскучились сильно по тортику, да, Кать? Да. Как? Шоколадно-ореховый. Все, сейчас мы тортиком это делаем. Дети уже, вон, видишь, сливки тут маленько пооблизали. Хулиганы. Вкусно? Нельзя делать, девчонки. Давайте. Как девчонки? Вообще вкусно. Соскучились, Поля, как вкусно, да? У нас очень хорошие вот эти торты печет пекарня. Ангарская, Кубековская называется. Это не реклама. Просто нам нравятся их тортики. Ладно, я хочу попробовать на камеру. Ладно, уж попробую на камеру. 100 лет этого не делал. И забыл, когда последний раз я торт кушал. Не понял? Мало взял? Правда мало? Центр такой прям шоколадный. Пропиточка такая хорошая, да? Чудоченько. Орех и сливки очень вкусно. Но я шоколадное не очень люблю. Мне нравится. А Кате нравится. Ну, ее день сегодня день рождения, поэтому можно. Тоже. Что тоже? Нравится. Нет, ну ладно, всем приятного аппетита.